В Приморье в рамках военно-патриотической игры «День на передовой» состоялась ежегодная акция «Сад памяти». В мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Глава региона вместе со школьниками и волонтерами «Молодой гвардии Единой России» высадили около 300 деревьев и кустарников. Сегодня ребята здесь высадили около 300 деревьев, кедра, сливы, то есть различных кустарников. Поэтому мне кажется, что с каждым годом такие акции украшают эти памятные места, украшают наш город. Самое главное, что это делает молодежь. В этом году мероприятие «Сад памяти» проводится уже в четвертый раз. Напомним, что впервые акцию поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2020 году и объявил ее ежегодной. Таким образом сохраняется память о тех подвигах наших дедов и прадедов, которые совершали героизм на полях сражения Великой Отечественной войны. Это и те ребята, которые сейчас находятся здесь на реабилитации и возглавляют это движение. Чем больше будет таких акций, они сегодня идут по многим городам, тем краше будут наши поселки. Но, безусловно, это с детства прививание детям, любви к природе, это экология, это бережливость леса, это то, что нужно для того, чтобы вот это наследие природы передавалось из века в век, значит, и всегда было нашим природным достоянием нашей страны. Всего за 3 года в рамках международной акции «Сад памяти» в регионе высажено уже более 250 тысяч деревьев различных пород. Яна Коган, новости на Восьмом.